Смирнов. Второе место занял Тихарашвили Геннадий. И победитель Смирнов. Комаров Данил.
похлопали. Ребят, ровно встаньте в шеренгу. Ребят, ровно встаньте. Подравняйте. Весовой категории на 46 килограмм третьи места заняли Гайдарханов Абдулла Кузнецматов Кирилл. Вторым стал Головун Давид. И победителем Сатленко Виктор. Ребят, постройтесь, встаньте в одну шеренгу аккуратно и хлопайте своим товарищам. Ребят! Thank you.
наши соревнования закончили. Всех поздравляю. Победителей, призеров. Теперь фотография памятная. Все вместе. С медалями, призеры, победители. Вон туда. На тот край и на фотографию. Куда лицо? Вставай, вставай, вставай. Сейчас он посадит. Иди сюда. Миш, сюда иди. Миш, вот сюда сядь. Ребят, сейчас смотрите прямо. Спасибо.